Скажите, пожалуйста, на данный момент какая обстановка вообще вот в селе, то есть вот? Обстановка в селе нормальная, спокойная, люди спокойно ходят по улицам, все работает, все нормально. Угу. Сегодня мы приняли дополнительно еще 8 человек. А сколько всего принято на данный момент? Более 100 человек принято. Ну, сегодня уже максимально. А 100 человек это по заявлениям по Ирине или это по своим, по их делам? Это же люди просто по своим заявлениям. Самые разнообразные заявления, поэтому угу. Мы людям поможем. Я считаю, что обстановка стабилизировалась и будет все нормально. Я понял. А скажите, по сотрудникам, кто-то там какие-то серьезные повреждения среди сотрудников милиции получил после вот так называемого штурма? То есть? Нет. Никто, то есть там в больнице не лежит, голову не проломили, да? То есть, ну, нормально.